Smile, cheese. Cheese. Кабриолет, Ford Mustang Convertible. Ю-ху-ху. Йо-хоу. Погода хорошая, тепло. Плюс 20 градусов, а на солнце может и побольше. 21. Даже 21 показывает 21 у нас в машине термометр. В общем, мы на Беверли-Хиллз, подъезжаем к Голливуду. Мы едем в районе Маленькая Армения, и вот Голливуд, вот впереди Голливуд. Бегают ребята, спортом все занимаются. Ну, собственно говоря, мы тоже ребята спортивные. Домики. В принципе, Георгий Заворович может себе присмотреть здесь какой-нибудь неплохой домик. Так, чисто теоретически, для проживания. На старости лет. Ну, конечно. И очень даже интересно, как же они там строили эти дома на горе. Любопытно. Welcome to Griffith Park. То есть мы в Griffith Park находимся? Или... Да. Вот эти горы, знаменитые Hollywood. Надпись с другой стороны, насколько я так понимаю. Hollywood. Так, ну что, вот здесь можно уже... Парковаться? Да. Знаменитая гора с надписью. Ну и ты сам Лос-Анджелес тогда покажи. Панорама города Лос-Анджелес. Обсерватория Гриффита. Снимаю против солнца, наверное, может немного будет не очень четко. Такой вот Лос-Анджелес. Прямо по курсу несколько небоскребов, центр города Лос-Анджелес. Даунтаун. Относительно небольшой. Так-то город, можно сказать, одноэтажный, хоть раскинулся на большую длину. Вот знаменитые голливудские холмы. Smile, cheese! Cheese! Take it one more! Thank you.
мы находимся в обсерватории Гриффита в маятнике Фуко при входе. Планетарий. Куда пойдем? Вот мы в обсерватории. Панорама неба над нами. Давай вон туда пойдем. Да, вот фотографии планет Солнечной системы. Первый американец, вышедший в открытый космос. Зовут его Эдвард Вайтер. Может, подальше с тобой идти? Не надо подальше. Еще раз панорама Лос-Анджелеса и даунтауна. С обсерватории Гриффита. И горы. Горы, конечно, крутые. Реальные горы. Реальные, да? То есть это как бы не такие, не маленькие, да? Аж уходит. Ну, не Гималаи, конечно. Ну и не маленькие. Это же кордильеры. Это... Будь здоров каким-то. Ну, не Лен горы в Москве, не Воробьёвы. Ну, нет, ходи, ну, это вон в облаках. Пойдем. Поедем в Санта-Монику на пляж. Все круто. Don't let this bother me. They see pictures, they say ghosts. Такой вот пляж Санта-Моника. Несмотря на то, что прохладно, плюс 20 градусов, ну, на солнце может чуть побольше, люди купаются. Песок, солнце. Песок хороший, мелкий, чистый. Тихий океан. Санта-Моника. Пляж Лос-Анджелес. Вблизи. Что, теплое? Ну, относительно. Ну, не очень холодное. То есть окунуться можно. Ну, как? Волга в августе. Понятно. Вон девочка сидит вообще. Парни купались, дети купались. Ну, дети, они зимой полезны в море. Облака, небо потрясающее. За самолетом тянется надпись по-английски. Выходи за меня замуж. Кому-то предложение делают на пляже. Прикольно. Вот идем на пирс Санта-Моника. Воскресенье, народу много. Только что побывали в заведении Баба Гамп по фильму Форест Гамп.
Креветки ели. Вкусные. Кстати, знаменитая дорога 66. Да? Ну, хоть улыбнись. Со. Напомни мне, чтобы я поставил заряжать. Excuse me. How old? Что, не хотят с тобой общаться? Не заводят с чужими разговоры. Не положено. Хоть улыбнись. Ну что, Георгий Зорович, мы направляемся. Покидаем Лос-Анджелес. Покидаем Лос-Анджелес. Направляемся в Лас-Вегас. В Лас-Вегас. Путь предстоит не близкий, но надеюсь, что... Значит, 29 градусов на солнышке в Лос-Анджелесе сейчас. Да. Погода отличная. Надеюсь, дорога тоже будет хорошая. С Богом? С Богом. Тронулись. Снимаюсь. Ветер очень сильный. Ну и что? А что, ветер не помех? В общем... Георгий Заурович был в музее авиации. Посмотрели очень много разных старых самолетов, не очень военного, довоенного. Наш самолет японский, и чего там только нет. Фоке-Вульф немецкий. Сейчас мы едем прямо. Сейчас мы уже напрямую двигаемся в Лас-Вегас. Наша следующая цель нашей поездки – это Лас-Вегас. Впереди Кордильеры, горный массив Северной Америки. Пробка. Увы, и по дороге в Лас-Вегас тоже пробка. А что делать?
Ну, Георгий Зович, как тебе дорога? Дорога вполне себе неплохая, очень красивые горные пейзажи кругом. Солнце садится, облака. А мы еще полпути не проехали. Чего? Доедем с Божьей помощью. Скорость держали приличную, едем хорошо. Я считаю, доедем быстро, доехали. Ну что, Лас-Вегас, штат Невада. Прощай, Калифорния. Здравствуй, Невада. Что нас там ждет? Страшно представить. Вот, собственно говоря, панорама вечернего Лас-Вегаса. Да. Вот говорят, маленький-маленький город. Огни, честно говоря, очень много. Особенно вот по сторонам. Очень много огней. И не видно даже конца огня. Народ гуляет. А на улице 18 градусов. Все волнуются, лететь страшно, но очень волнительно и интересно. Поэтому peace всем, смотрим. Летим на Гранд Каньон.
река Колорадо, Гранд Каньон. Мы плывем по реке Колорадо, в Гранд Каньоне мы находимся. Летели самолетом, вертолетом, теперь плывем на катере по реке Колорадо. Очень круто. Ну, стоит это приехать сюда? Однозначно. Такого на земле нигде не увидишь. Пейзажи исключительные. Семь чудес света. Да. Входит в семь чудес Гранд Каньон, входит в семь чудес света. Вертолет. Так-то до Гранд Каньона не просто добраться, а думали на машине ехать долго. Здесь, конечно, красота.